«Делаем мир чище». Под этим девизом работает компания «Экосети». Системы очистки необходимы любому предприятию. Промышленные отходы, примеси, растительные и животные жиры уходят в основном через сточные воды. Компания «Экосети» занимается производством оборудования для очистки сточных вод. В ассортименте компании «Экосети» оборудование из полипропилена и нержавеющей стали собственного производства. Также мы предлагаем комплексное решение для перекачки, очистки и накопления сточных вод для различных отраслей промышленности и хозяйственных субъектов. «Экосети» предлагают цеховое и промышленное водоочистное оборудование, предназначенное для работы на крупных пищевых или косметических производствах. Без него трудно обойтись в столовых, кафе и ресторанах. Принцип работы жироловителя заключается в следующем. Загрязненная вода через входящий патрубок поступает сначала в съемный лоток, где собирается крупный мусор. Дальше сепарационные пластины задерживают уже жир и песок. И очищенная на 80-90% вода уходит в сток, в канализацию. Учитывая большую потребность в сдаче системы очистки под ключ, в компании создали участки экструзионной сварки и термической обработки, сборочные цеха, лабораторию и несколько складов. Производство компании «Экосети» находится в городе Чебоксары. Оно оснащено современным высокотехнологичным оборудованием, что позволяет увеличить производительность труда и качество выпускаемой продукции. Также хочу отметить высококвалифицированность и трудолюбие наших сотрудников. Профессиональное водоочистное оборудование доставляют по всей России, от Крыма до Сахалина, а также в страны СНГ.